книге «Сотворение формулы. Эксперименты высшего разума» Ларисы Александровны Секлитовой и Людмилы Леоновны Стрельниковой есть небольшие такие зарисовочки их общения с духами. И некоторые кусочки сейчас для вас. «Шри Аурубиндо, это вы?» – уточнила Нонна. «Да», – ответил он. «Где вы сейчас обитаете?» – спросила Нонна. «Очень далеко от вас. Вам трудно объяснить». «Русский язык для вас не преграда?» – спросила медиум. «Языковой барьер для нас не существует», – подтвердил дух слова Моцарта, который тоже говорил об этом же. «Что человеку надо делать, чтобы повысить свое сознание?» – спросила я. «Он должен забыть про «я», только «мы», чувствовать свое единство со всеми. Истина проста – труд, упорство. Но ваши мирские дела давят на вас». «А как повысить духовность людей? Россия сейчас в упадке». «Да, Россию охватил мрак. Много зла сконцентрировалось в отдельных точках земли. Боритесь за добро. Спасение в доброте и любви». «А вы сейчас чем занимаетесь?» «Тоже повышаю свой духовный уровень. Путь духовности бесконечен». «А вы на себя работаете или на благо людей?» «На благо людей». Также дух заявил в процессе диалога. «Ученый не есть умный», заявил дух. «Сначала нам его изречение показалось странным, но много позже мы убедились в достоверности его слов». Также дух говорил: «Люди все могут. Путь лежит через ускорение развития и усиление воспитания каждого, но высшие силы тоже помогают вам». Вот такая встреча была с одним из гостей. Спасибо за внимание.